Жили в этой гостинице не первый раз. Вот. Сколько раз привозили гуманитарную помощь, выходили на передовые позиции с ребятами, отрабатывали, все как родные. За 8 лет первая такая ситуация, первый прилет в гостиницу, целенаправленный. Да. После первого удара с руководителем Алексеем Александровичем Журавлевым вытаскивали наших ребят, раненых. Свое ранение даже не чувствовал на самом-то деле. Была задача спасти всех, кому повезло меньше. Сейчас находимся в больнице. Доктора, профессионалы, всем огромное спасибо за работу. А мы поправимся, выздоровеем, придем еще сильнее. Мы победим.